Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и, как всегда, по вторникам мы говорим с человеком. В этот раз у нас социология профессии. Продолжаем наш, собственно, цикл о определенных профессиях. И, вы знаете, начну я издалека, с эпизода, который произошел почти 100 лет назад. Зима 1918 года, Мюнхен. Только что закончилась, заканчивается Первая мировая война. Как бы атмосфера, совершенно не располагающая к своего рода гуманитарным размышлениям. Но, тем не менее, в эту тяжелую зиму перед студентами Мюнхенского университета выступил один из отцов социологии Макс Вебер со своей знаменитой лекцией «Wissenschaft als Beruf». Наука как, вот немецкое слово «Beruf», оно по-разному переводится на русский. Можно сказать как «призвание», можно сказать как «профессия». Обычно переводится на русский «наука» как «профессия» и «призвание». И, собственно, об этом мы и решили поговорить сегодня. Профессия ученого. Что такое наука в современном мире? Кому она нужна? Кем востребован ученый? Говорим об этом с проректором Европейского университета Санкт-Петербурга, научным руководителем Института проблем правоприменения Вадимом Волковым. Добрый вечер, Вадим. Здравствуйте. Как, не страшно такое сравнение с Вебером? Пафосно, конечно, но да. Думаю, что придется как-то приземлять разговор. Ввели в научный оборот, да. Да. Вадим, я должен сказать, он уже не первый раз гость в нашей студии, не такой нетипичный кабинетный ученый, я бы сказал, ученый нового типа, ученый сетевого типа. Он и политический комментатор, обозреватель, он и занимается, я думаю, он расскажет, такой практической деятельностью, консультационной, консалтинговой деятельностью. И что самое интересное, о чем я хотел поговорить в самом начале нашей передачи, он один из ведущих специалистов по мафии, по организованной преступности. То есть вот говоря об ученом, надо понимать, что этот человек, который писал свою кандидатскую, или вот это у него скорее была PhD, западная степень, общаясь с лидерами оргпреступных группировок Санкт-Петербурга, нет? Нет, писал? В том-то и дело. Моя PhD была вообще про другое. Моя PhD была про салоны, кружки в России 19 века. С точки зрения исторической социологии повседневности, о том, как формы повседневной жизни, структуры повседневной жизни задавали понимание концепции общества. А вот это вот исследование, то, что по оргпреступности... А это когда из Кембриджа возвращаешься в Россию 95-го года, то сразу же меняется предмет изучения, потому что, ну, это то, мимо чего нельзя пройти. Прямиком фильм «Брат». Не обойти. Прямиком в сериал «Бригада». Ну да, Вадим, должен сказать, он известен более всего, наверное, своей книгой, которая выдержала множество переизданий, которая издавалась на Западе, «Силовое предпринимательство», которое явилось результатом его многолетних полевых исследований, вот той самой работы с оргпреступными группировками, тесного общения, так сказать, с руководителями и бойцами. И вот этот формат науки очень интересен. Ну, вообще, надо сказать, я бы многих, может быть, предостерег. Ты, когда делаешь какой-то выбор, ты делаешь очень быстро предмета научного исследования своего, а потом к тебе это как стигма прикрепляется, становится твоим, что ли, своего рода, ну, лейблом, знаком, и что бы ты потом ни делал, о чем бы ты потом ни писал, мы, между прочим, с Олегом Хархординым написали книгу «Теория практик», которая абсолютно про другое, да, про социологию повседневности и прагматический поворот. Но, тем не менее, и наверное, я еще напишу что-то, но, видимо, вот останется, так сказать... Мафия, бандиты – это ассоциация надолго, если не навсегда. Ну, мне кажется, Вадим, это не худшее. Это такое очень интересное, такой крэш-корс, такое очень силовое внедрение в профессию. В любом случае, мне кажется, то, что ты сделал из этого некую такую концепцию, которая очень хорошо проецируется и как некая объясняющая концепция прошлого и в какой-то степени будущего России может быть использована. Мне кажется, это очень такая плодотворная, далеко не худшая визитная карточка. Ну, это было просто счастливое совпадение оказаться в нужном месте, в нужное историческое время с какими-то идеями и с интересом к жизни. Но тебе действительно интересна была эта тема, то есть ты вот ее выбрал, и ты начал методично искать выходы в людей, вот носителей вот этого вот... Ну, Сергей, это действительно... Было ощущение, что не ты выбираешь тему, а тема как бы выбирает тебя. И, ну, просто я очень хорошо помню вот как эти
проходы от метро к университету мимо РУБОПа, угу. и вот эти наблюдения, которые, собственно, каждый раз задавали какую-то линию размышлений, а потом, значит, надо было написать просто исследовательский проект уже, начать его, и с этого все пошло. В принципе, вот и у Вебера, и у Дюргейма в работах там про профессию ученого есть такие замечательные мысли, которые мне больше всего нравятся, о том, что ученый должен как бы испытывать чувство, что он вступает в мир неизведанного, что он как бы первопроходец, и это у Вебера тоже есть. И это очень для социологии парадоксальная мысль, потому что, ну, нет ничего более знакомого, чем наше общество. Да? Что же здесь может быть такого неизведанного? Я понимаю, антропологи, которые там 100 лет назад отправлялись в Полинезию. Да, я понимаю физиков, которые проникают в микромир неизведанно. Я понимаю, значит, кто-то, кто там, использует какие-то методы, ну или там, астрофизики, да, в макромир. Но для социолога вот это вот парадоксальная вещь. И поэтому с точки зрения вот социолога, это определенное такое, определенный метафизический перцептивный навык увидеть в знакомой действительности что-то, что было бы парадоксально, незнакомо, непонятно. Это просто говорит нам о том, что социальная реальность, она как бы обладает такой качеством, ну что ли, превращенной формы. У нее есть там... То есть глубина. Вещи не называются своими именами, или даже вещи очень близкие и незамечаемые, наоборот. Либо, значит, вот есть такая повседневная идеология, которая мешает нам проникнуть вот в действительную суть или смысл происходящих событий. Поэтому для социолога гораздо важнее является сама постановка проблемы. То есть увидеть проблему, поставить... То есть проблематизация какого-то факта, да, повседневности. Да. То, что мы считаем само собой разумеющимся, да, вот как раз-то оно не разумеется само собой. Да, именно так. Но вы знаете, тут социология и, наверное, уже за 100, 150, наверное, смотря от какой точки отчитывать. И мне кажется, ресурсы и вот эти вот возможности нахождения таких проблем, они... Почти что исчерпались, и социология, да, мне кажется, я вообще пессимистичен по отношению к профессии ученого. Ну, мы об этом ближе к концу поговорим, но я, так сказать, немножко удивлен. Хорошо, новые формы социальности, то, чем мы в этой передаче занимаемся уже там 3,5 года, я не знаю, там, сетевое общество, вот сейчас, я не знаю, скажем, социология протестного движения, социология Фейсбука, какие-то вещи, горизонтальные типы взаимодействия. Да, мы просто поспеваем. Наверное. Дело в том, что социологи большого калибра, классического, они пришли тогда, когда там было несколько столетий бурных социальных перемен. И они это разгребали еще несколько десятков лет. Потом в каком-то смысле, а социология вообще-то всегда наука имплицитно все-таки о социальных изменениях. Она не может... Она и родилась из социальных изменений. Не о статике, а именно о динамике. Ну, вот она, да, о сломах, когда обнажается социальная структура, давая пищу социологическому исследованию. Ну, может быть, это одна из версий. В каком-то смысле социология догнала меняющееся общество. Вот сейчас идет параллельно, и мы поем о том, что видим в каком-то смысле. О, вот у нас сейчас пошла там цифровая революция, потом социальные сети, и мы как бы тут же вот идем... А может ли социология обогнать меняющееся общество? Проективная социология? Нет, я такой не знаю. Социальное конструирование? Я такой не знаю, но это будет уже не социология, это будет, конечно, какая-то футурология. Мы это так называем, наверное, в нашем мире. Ну да, ну какие-то, скажем, сценарии, создание сценариев, которые могут воплощаться так или иначе в жизнь. Такая, так скажем, проективная социология. Но все же, я понимаю, что ты, так сказать, хочешь избавиться от стигматизации вот этого вот вещи мафии, но мне кажется, нашим слушателям было бы интересно, если бы хотя бы несколько минут мы об этом поговорили, потому что я всегда просто зачарован вот этой всей проблематикой. И опять-таки, я должен сказать, что она для меня очень многое открывает в России, в понимании самого феномена России. Вот это вот силовое предпринимательство, да, в чем суть этого открытия твоего? Что это не просто бандитская деятельность, пришел
пришел, ограбил, отнял, так сказать, распилил. А это экономическая, по сути, своей деятельность. Я бы, ну, вот мне кажется, что я использовал материал, который у меня был под рукой, грубо говоря, да, организованные преступные группировки, частные охранные предприятия. Но, используя, так сказать, наблюдение вот за этим материалом, я стремился сформулировать, как мне кажется, сформулировал некоторые общие закономерности поведения организаций, обладающих преимуществом в использовании организованной силы. И как бы стремящихся извлекать постоянный доход из этого преимущества. И вот силовое предпринимательство – это есть то, чем занимаются государства, когда они слабо ограничены. Это любые формы. Это государство, это мафиозная семья, это какие-нибудь, значит, вот княжества или там королевства, или даже, ну, любые охранные ассоциации – это... То есть здесь очень интересно. Вообще изначально ведь государство, генезис государства, если по тому же Веберу говорить, да, это организованная монополия на насилие. То есть государство – это бандит. Государство – это бандит, который может удерживать монополию на насилие в рамках определенной территории долгое время. Когда он, я из этого все следует, когда он удерживает эту монополию достаточно длительное время, это по определению значит, что выработались некоторые устойчивые формы господства и отношения обмена. Во-первых, этот бандит может охранять территорию от других таких же бандитов. А это, в общем, главное отношение нашей, в общем, истории. Это отношение, то есть политическая история или история международных отношений, в каком-то смысле это отношение между независимыми политическими, автономными политическими единицами, обладающими способностью применять силу. Насилие. Он может охранять эту территорию, он, следовательно, может обеспечить некоторый порядок, который обеспечивает предсказуемость экономической деятельности и продуктивность этой территории, потому что, когда нет надежной охраны, люди не занимаются продуктивной деятельностью. Значит, он наладил механизм изъятия ресурсов, значит, он наладил какие-то механизмы легитимности, потому что люди, в общем, отдают эти ресурсы и не восстают. Вот, стремясь его скинуть, это значит, что какой-то баланс прав собственности найден и какие-то институты созданы. Вот, и это значит, что, собственно, что, скорее всего, на этой территории есть, ну, некоторый экономический рост, который позволяет и дальше укреплять эту монополию, а, возможно, расширять его. А потому что все государства, они стремились, по крайней мере, до недавнего времени, ну и сейчас, в целом, к расширению. Если ты не расширяешься, ты, в конце концов, скорее всего, теряешь. И поэтому вот время удержания монополии, она по определению означает очень многое уже. Ну, это применение насилия в истории, оно постоянно как-то ограничивается, готифицируется, да, появляется общество, которое начинает ограничивать государство, да, в его применении насилия, да, появляется идея человека, его прав и так далее. Да, ограничения институциональные, которые постепенно создает гражданское общество или налогоплательщики под данные, как я люблю говорить, которые под данью, да, да, они становятся гражданами, это значит, что они обретают права как бы в обмен на ту дань, которую они платят. Они становятся гражданами уже. Да, вот это важнейшая трансформация. Значит, они обретают права, а значит, государство по отношению к ним обретает некие обязанности. И постепенно отношения переворачиваются, то есть гражданское общество, клиенты охранного предприятия становятся... начинают господствовать над самим охранным предприятием. Это суть буржуазных революций. Ну, вот да, агент-агент принципал. Вот то это есть... переворачивание происходит. Это важнейшая историческая метаморфоза. Которая, по всей видимости, не произошла в России. Которая не произошла в России, но вот которая, так сказать, все время назревает. И сейчас можно под этим, конечно, углом все рассматривать. Вот об этом вот я хотел поговорить. А... феномен силового государства, силового предпринимательства, вообще применение силы, он такой более специфический российский, чем, скажем, по сравнению с другими странами? Абсолютно нет. Просто... Нет, но роль силы вообще в межличностных отношениях, в отношениях государства и общества, государства и человека. Это вопрос истории. Если мы... Ну, это вопрос истории. Дело в том, что я, в общем... какие-то вещи, касающиеся силового предпринимательства, наверное, многие из них, какие-то я описал
А сам какие-то я взял просто из разных источников. Один из источников вдохновения наряду с Чарльзом Тилли был Норберт Айлес. У него есть мощнейшая идея о том, что государство – это аппарат, который на повседневном уровне контролирует насилие. Вебер это не смог сказать. А как контролирует, как государство контролирует насилие? По Веберу это, в принципе, просто полицейские силы, допустим, какие-то, да, которые не дают там, тебе просто стрелять в твоего какого-нибудь там врага, угу. Но ты можешь подать заявление в полицию, они за тебя разберутся по закону. А по Элиасу это создание личности или такого человека, который сам может контролировать импульсы насилия, гораздо более мирного. И в этом смысле развитие государства – это постепенно создание человека, который не хватается за нож, за меч при первом же, так сказать, противоречии, не решает вопросы с помощью насилия. Но все государства, если мы посмотрим, они проходили стадию господства насилия, где там периоды войны были гораздо длиннее, чем периоды мира, где дуэль была нормальным способом разрешения конфликта, где... Если это не община какая-то, которая сильно контролирует, да, а все-таки, там, может быть, города, то любой джентльмен, в принципе, носил оружие, и если он оскорблен, он мог спокойно, значит, вот этим оружием воспользоваться, убить или там, нанести телесное повреждение другому человеку, потом будут разбираться, может быть. Но, в принципе, применение силы было нормой. Это история Дикого Запада, которую американский кинематограф никак не может забыть и никогда не забудет. Но вот. Она все-таки как-то сила постепенно, вот то, что мы говорили, она институализируется, она растворяется в каких-то вот, ну, в институтах прежде всего. В институтах, да, и она становится, как только человеку запрещают, человеку запрещают применять насилие, наслаждаться насилием, это еще отлично ницшанская идея, да, что вот на... В ранних стадиях цивилизации насилие было праздником. И если должник не отдал долг, то его вручают, так сказать, взаимодавцу, который может над ним, грубо говоря, издеваться, отрезать ему что-то. И это был целый, так сказать, праздник насилия. И нужно было человека цивилизовать, сделать менее спонтанным, более, так сказать, сдержанным. И тогда он начинал думать. Просто тогда появлялся внутренний мир, когда аффекты не разряжаются вовне, они разряжаются вовнутрь и создают то пространство, которое населяет душа потом. И поэтому до того, как состоялся процесс цивилизации, ни о какой, так сказать, вот, может быть, философии, науки, созерцания, эстетики, вот, в развитом понимании... Нельзя было истерить, общество было слишком подвижным, агрессивным, как ребенок, ну, да, за столом. Как, не помню, у кого я этот встретил цитату, что цивилизация возникает в тот момент, когда человек вместо того, чтобы ударить своего оппонента, обругал его. Ну да, то или есть... ты начинаешь, тебе надо отомстить, но твоя месть будет не так сказать, прямое тут же насилие, а ты изобретешь длинную интригу, значит, ты просто начнешь думать и вынашивать план. И в действительности, когда государство ограничивает возможности применения насилия, она высвобождает творческие силы другого рода. И то, что там, допустим, вот Фрейд, он говорил про разочарование цивилизации примерно в этом же аспекте. Человек становится несчастным, потому что вот ему как бы... не дают его природе, которая изначально агрессивна и любвеобильна. А ты веришь в то, что она не меняется, вот эта вот изначально агрессивная природа человека, ницшанского человека? Отличный вопрос. Вот когда государство разрушается, мы видим, что выходят на сцену, в общем, такие персонажи, которые, в общем, страшно агрессивны, где агрессия ценится, она возводится, так сказать, в культ, она становится главной ценностью, и мы возвращаемся к нашим бандитам. И это то, что ты наблюдал в 90-е годы, разрушение государства. Это я очень хорошо наблюдал по этим типажам, которые они действительно несли с собой энергетику, готовность к насилию, и насилие было их... Хорошо, а сейчас вот путинские нулевые, уже постнулевые годы сейчас идут. Ясно, что бандиты уже не играют той роли, и дискурс бандитский куда-то, так сказать, ушел, растворился в общем нашем языке, там то, что говорят, не садитесь, а присаживайтесь. Но я не вижу, что слишком
ушло как бы насилие, потому что, глядя, не знаю, там, начиная там с разгона митингов и кончая вообще отношениями государства и индивида, да, глядя на, не знаю, на количество насилия там в каких-то разборках на дорогах между людьми, в отношении государства со своими гражданами, вот этот вот элемент насилия, он теперь как бы не бандитский, но он снова был присвоен государством. Да. Да, он насилие монополизируется государством, но государство все равно господствует над обществом, оно не подконтрольно. То есть и мы видим это в использовании, соответственно, то, что называется законодательство, которое не имеет сейчас никакого отношения к праву, да, оно имеет отношение, потому что право это, так сказать, права, взаимные права и обязанности. А здесь исключительный инструмент достижения целей, и прежде всего, ну, право у нас, закон, репрессивный инструмент. Но вот это вот я все-таки пытаюсь понять, такое более российское? Нет, это абсолютно не более российское, это могло быть спокойно и во Франции где-нибудь там в первой половине XIX века, вот в наполеоновской Франция, это могло быть и там... В Германии 30-х годов? Ну, в Германии 30-х годов это слишком уж такое уникальное. Это могло быть везде, где не консолидировалась демократия. Это при старом режиме это вообще норма была, когда в целом законы, они используются, конечно, как инструмент правящего класса, они не являются ничем относящимся, то есть это не верховенство права. И тогда, когда, но после того, как, это важная мысль, после того, как, если гражданское общество ставит под контроль государство, то есть применение насилия, уровень налогов, назначение, так сказать, назначение верхушки топ-менеджеров охранного предприятия под названием государство, да, вот через демократические процедуры, я немножко утрирую, конечно, и упрощаю, то силовое предпринимательство на данной территории заканчивается, поскольку государство уже не может, так сказать, зарабатывать на отправлении власти и охране. Но оно не заканчивается у этого государства, оно просто направляется вовне. Ну, сейчас же у нас государство является основным силовым предпринимательством, если взять, скажем, рейдерские захваты. Конечно. Да, но это она, значит, его рынок, на котором она зарабатывает деньги, так сказать, продавая услуги или занимаясь откровенным вымогательством, посредничеством. Он расширился. Это внутренний российский рынок. Для Америки это внешний рынок. Америка занимается, Соединенные Штаты занимаются, так сказать, силовым предпринимательством в сфере международных отношений. Любое государство, установившее, так сказать, ограничения внутри, превращает силового предпринимателя вовне. А Россия, вот, скажем, если сейчас смотреть вот этот внутренний, то что рынок силового предпринимательства, не знаю, как мне кажется, он расширился до размера всей российской экономики, потому что, вот, скажем, ну, я не знаю, раньше ту роль, которую играли бандиты, бригадиры, все эти там, я не знаю, там, частные охранные предприятия, сейчас это же легальные структуры, все эти прокурорские, следственный комитет, там, управление К, управление Э, неважно, какие управления. Вот, и сталкиваясь с этими людьми, вот уже сейчас говоря о твоей нынешней деятельности, Институт проблем правоприменения, ты находишь некое продолжение вот этой вот старой бандитской линии? Абсолютно, да, но оно очень хитрое. Это, я для себя это называю, это другой способ обоснования. Дело в том, что для того, чтобы что-то у тебя, с тебя получить, машину у тебя забрать, либо там... каждый бизнес, месяц, да, либо с тебя получать какой-то доход, либо бизнес забрать, я не могу просто прийти и отнять. Это не по понятиям, это называется беспредел. Я должен это обосновать. Я должен сделать тебя виноватым, завиноватить как-то. Я должен навесить на тебя долг и доказать всем, что ты мне должен. И это очень хитрые такие стратегии бандитские были. На самом деле, вот в этом очень важная часть силового предпринимательства. То есть это не прийти просто с оружием и отнять у тебя что-то. Это грабеж. А предпринимательство – это, так сказать, сделать так, чтобы ты мне сам отдал. Ну, это как даже вот это говорили, не знаю, правда, неправда, криминальный рубль, там, типа, дай 2 копейки позвонить. Человек дает 2 копейки, ага, ты мне начал платить, значит, теперь ты мне должен. Вот типа, ну, такого. Это, ну, это совсем, так сказать... Да, пацанские такие, вот, да. Но в целом, да. И вот это способы и стратегии обоснования по понятиям.
А здесь обоснование по закону. Ты должен, так сказать, найти что-то, чтобы возбудить уголовное дело, обосновать, значит, с помощью статьи, что имело место нарушение закона, дальше ограничить свободу, то есть посадить, это уже акт принуждения. Вот. Ну, а дальше, значит, ты виноват, ты виновен. Да, завиноватить, то есть сделать виновным. Ну и на этом основании можно там отобрать бизнес, взять деньги, заставить платить и так далее. То есть это операторы законности, которые используют просто стратегию обоснования вот этих транзакций, ну, с помощью УК, УПК, да. Закона об оперативно-розыскной деятельности. Но, по сути, это то же самое. Просто это искусство, на самом деле, использовать обоснование. Это, вот, откуда они взялись, Вадим? Вот я кто? Пытаюсь понять. Я понимаю, я более-менее, читав твою книгу, понимаю, откуда взялись бандиты 90-х. Это, так сказать, были горячие точки, это возвращались из армии, были все эти спортивные клубы, качалки. Откуда взялись все эти, я не знаю, фигуранты списка Магнитского, например, все эти прокурорские, следственные, налоговики, таможенники, вот эта вся генерация биография. У каждого человека есть биография, конечно, а как класс, я думаю, что это такой призыв 2000-х годов. В какой-то момент профессия стала престижной, да, то есть силовик, академия госслужбы, академия прокуратуры, у нас есть вузы. Да, Академия прокуратуры, Академия МВД, школы милиции, где готовят, собственно, следователей, прокуроров. Они приходят, там, отслужив в армии, идут туда, и есть... А с какое количество людей, вот это вот, так сказать, совокупное, ну, сословие, если по кордонскому смотреть, вот это вот силовое сословие, вот, это что, миллион человек примерно в России? Ну, тут сложнее. На самом деле численность прокуратуры, например, у нас, по-моему, вообще прокурорских, это государственная тайна, так вот ты нигде не найдешь открытой информации. Но ты не будешь в один класс, скажем, между прочим, отличная идея сделать, так сказать, поле силовиков, ну, я имею в виду Бурдье, mm-hmm. да, то есть разные группы с разным статусом, с разным, так сказать, ресурсом и относящиеся как-то друг к другу и группирующиеся, потому что, конечно, прокурорская каста, она очень высокая, и смешивать с ней, допустим, патрульно-постовую службу, хотя и те вроде как в погонах носят оружие и являются силовиками, нельзя. ФСБ отдельная, а госнаркоконтроль отдельная, а таможники, которые тоже имеют право на оперативно-розыскную деятельность, совсем отдельная. То есть, но с другой стороны, есть, видимо, на каком-то уровне, ну, может быть, со звания там подполковника, да, где-то. И когда ты смотришь какие-то резонансные дела, ты видишь межведомственные сетевые группировки, где объединены люди из разных ведомств. Mm-hmm. В зависимости от того, какие возможности у них есть. Такой сетевой тип взаимодействия. В этом ведомстве, да. Ну, наверное, это там, ну, миллион человек, может, под миллион, может быть, нет, под миллион это я загнул. Ну, полмиллиона. Если у нас прокурорских, может быть, прокуратура там... Эх, нет у меня цифр, вернее, они есть в компьютере. Ну, Ваня, но речь идет о сотнях тысяч людей, о неком сословии, которое в определенной степени является наследником силовых предпринимателей 90-х. Да, но при этом она не простраивает родословную, да, то есть от там... Ну, понятно. Мы произошли от бригадиров солнцевских, да, нет, да, вот да, такого да. нет. Мы от тамбовских, да. Они, ага. так сказать, у них, конечно, наследие в виде там портрета Дзержинского в кабинете. Но вот. Функция силового предпринимательства, в принципе, та же самая. Ну, в целом, да, ты как хочешь, ты... Мы с тобой по понятиям или по закону будем разговаривать? Ну, да. Смотри, можно так, как хочешь. Поговорим еще по понятиям с социологом Вадимом Волковым после перерыва. И снова добрый вечер, это программа «Археология». У нас сегодня
«Археология человека. Археология профессии». В гостях у нас проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков. Человек, который занимался социологией насилия очень долго. И вот он наш разговор в первой части к тем, кто к нам только сейчас присоединился, скажем, он вылился, в общем-то, мы смотрели о роли силы, о роли, говорили о роли силы, о роли насилия в 90-е годы, да, Вадим писал свою книгу о силовом предпринимательстве. И вот как это все вылилось в 2000-е, в путинские годы, в новый силовой класс, новый класс силовиков, который, собственно, занимается тем же силовым предпринимательством, что и бандиты 90-х. Вадим, ну, в твоем качестве ученого, сейчас уже как научный руководитель Института проблем правоприменения, ты ведь и с государством сталкиваешься? С государственными структурами? Да, я не хотел бы, конечно, с ними сталкиваться в буквальном смысле. Ну да, да. Но это предмет исследования, да. Это предмет исследования. Да, мы исследуем полицию, мы исследуем суды, как институты, как организации, как практику, как профессиональное сообщество. Нечто подобное не приходит в голову написать твоему силовому предпринимательству, которое на материале 90-х, то есть сейчас ты занимаешься на материале нулевых? Ну, в принципе, конечно, это надо будет делать. Просто я сейчас, я и проректор университета, который за международные программы отвечает, потом вот руководство институтом, плюс еще разные обязанности. Мне просто некогда сесть и писать книгу, хотя надо писать про природу судебной власти книгу. Это тоже очень важная, интересная социологическая вещь. Это абсолютно идеальный объект для социологии судья. У вас сейчас вышел большой доклад, да? По принятию решения, да, у нас вышел доклад. У нас сейчас выйдет книга «Как судьи принимают решения», социологическая. То есть мы заключаем в скобке юридическое видение судьи, что вот есть текст закона, грубо говоря, вот есть дело, которое рассматривается в суде, и его обстоятельства. И судья типа в своей голове, руководствуясь, как говорится, законом и внутренним усмотрением, принимает решение, виновен и невиновен, или невиновен, если виновен, то какое наказание он заслуживает. Вот это искусственно, мало относящаяся к реальности картинка. Мы ее как бы выносим за скобки. То есть для социолога ничего не происходит в человеческой голове. Оно туда попадает под действием внешних сил. Но человек может испытывать иллюзии, что он сам принимает это решение, и что он действительно принимает его в своей голове. Мы исходим из того, что судья помещен в организационный контекст, у него есть начальники, у него есть коллеги, это сообщество, которое на него давит. Есть другие группы, типа вот гособвинения, которые обладают властью, некоторыми властными механизмами влияния на решение судьи. Судья, у него есть, да, социализация, он все-таки где-то вырос, у него есть определенные ценности. У него есть, он, в общем, фактически, ну, служащий, он служащий в организации и принимает решение, на самом деле, целая организация. Когда он принимает то или иное судебное решение, он предвосхищает позицию вышестоящего суда в случае обжалования этого решения, а судья боится отмены решения. Он понимает, что нужно, какое решение нужно принять, чтобы риск отмены был минимальным. Потому что если... А отмена для него сопровождается санкциями? Да, какими-то? Несколько отмен и санкции. Ему могут вызвать на квалификационную комиссию, задать вопросы. Его могут, в конце концов, просто не дать следующий класс не присвоить и вообще выгнать судьи, на самом деле. Выгнать судью очень просто. Это парадокс нашей судебной системы. С 2000, ну вот где-то с какого, с 2006, по-моему, года, да, у нас уже де-факто пожизненное назначение судей. Сначала было 3 года, а потом ты идешь на пожизненное назначение. И вроде как это хорошо, да, это англичане впервые после своей славной революции изобрели вот этот институт, что судьи назначаются пожизненно. И это важнейшее условие независимости. Но при этом судья пожизненно, но его можно снять, уволить запросто. Да еще и потом, значит, привлечь там
по коррупции, состряпать какое-то дело. Ну, это отдельная большая тема. Знаешь, Вадим, да. Я думаю, что мы... ты живешь в Петербурге, но в твои приезды в Москву попытаемся сделать эфир. У нас есть очень интересный гость, адвокат Екатерина Романова, которая, так сказать, очень интересным... Около года назад у нас был эфир. Она как раз то же самое говорила об институтах судей и озвучивала мнения и цифры совершенно для меня. Человека поверхностно знакомого судебной системой. Вот с Ольгой Егоровой бы поговорить. А, с Ольгой Егоровой, да. Ну, попробуй, не знаю. Можно. На тему независимости, да. Вот, так что я думаю, мы сделаем отдельную передачу. А пока что я вот хотел что спросить. Вот вся та аналитика, которую ты делаешь, которая сейчас происходит в Институте проблем правоприменения, она востребована в какой-то степени государством? То есть хотел сейчас поговорить об отношении ученого и власти. Эта аналитика сейчас востребована, наверное, частью государства, может быть, которое мыслит в направлении... Значит, о чем наша аналитика? О том, как создать независимый суд, о том, как сделать полицию, чтобы она выполняла свои непосредственные функции, возложенные на нее, охрана общественного порядка, собственность, прав граждан, чтобы суды защищали права граждан. И чтобы суды были отдельной властью. Вот социологи всегда, одно из социологических клише – это мышление в терминах формальных правил и неформальных практик. Вот формальные правила такие, а в действительности мы имеем вот это, это. Вот формальные правила – это Конституция, где написано, что судебная власть является отдельной, носителями судебной власти являются судьи, судьи независимы. Вот у нас нету судебной власти как отдельной. Она не является властью. Она является и не является отдельно, она является просто неким таким некой организацией, которая легитимирует решения исполнительной власти. И является частью правоохранительных органов, а не как в Советском Союзе. Суды были частью правоохранительной системы. Это была, так сказать, концепция советского правосудия. И они сейчас остались частью правоохранительной системы. Социология как раз, она, это я подвожу, ну, да. Значит, мы пытаемся показать, что нужно сделать в смысле организации, рекрутинга, институциональной структуры, то есть стимулов, ограничений, чтобы суды приблизились к тому идеалу законному, конституционному, который прописан. Ты веришь в возможность изменения? Я верю в возможности, но мы... Потому что вот ваша аналитика реально будет востребована и кем-то применена в... Она должна быть. Есть долг эксперта. Вот если бы сейчас дьявол мне сказал, слушай, вот сделай для меня, значит, вот аналитическую записку про то, как сделать независимую судебную систему, я бы... И я бы понимал, что у дьявола реальная власть, и он сделает, я бы, конечно, пошел на сотрудничество с дьяволом. Я называю это вот долг эксперта. Ну да, то есть вне зависимости от того... Потому что я хочу понять, насколько вообще в нынешнем российском государстве, где, по-моему, я не знаю, основные мотивации рентные, а не проективные, востребована вот такого рода аналитика. Независимая судебная система – это смерть нынешнего режима тут же. Вот. И режим делает все последовательно, систематически, чтобы оставить зависимое и управляемое правосудие. Это очень хорошо видно. Это очень хорошо видно и на кадровой политике, и на каких-то преобразованиях, и на том, как управляется судебная система. Вот. И поэтому сейчас, конечно, эта аналитика востребована только теми, кто хочет некоторой трансформации режима. Но она востребована должна быть и теми, и она востребована теми, кто понимает, что судебная система есть условия конкурентоспособности и экономического роста. Да. Поэтому наш долг сделать так, чтобы эти рецепты, эта аналитика была, она была публично доступна, и как только наступит момент Че, когда появится достаточный консенсус групп, обладающих реальной властью, и которые готовы на реформы, в том числе судебные, у них были бы понятные рецепты и дорожная карта того, как действовать. Вот. А пока что, конечно, консенсус в властвующей элите заключается в том, чтобы всеми силами не допустить независимого правосудия. Которое будет проходить по ведомству раскачивания лодки. Ну, да. Да. А вообще твой опыт работы с властными структурами, насколько ученый нужен власти? Знаешь, я скажу немножко со своей стороны, потому что у меня такой большой
бэкграунд такого прикладного практикующего политолога. Я, в общем, и на Западе много работал, и с Евросоюзом, и с нашими структурами. Такое ощущение, что востребованы людям нужно, чтобы давали какие-то... Решения принимаются сами собой, а экспертное мнение тоже, оно проходит само собой. То есть вот мы все так называемые эксперты, ученые, которые так или иначе сотрудничают с властью, мы воспроизводим какую-то большую такую знаковую сферу, большую семиотическую сферу, да? Вот, мы даем вот эти вот доклады, мы даем какие-то экспертные записки, они поступают туда, но дальше власть поступает сама так, как ей нужно. И вот то, что мы это сделали, это дает некую легитимацию власти. Вот мы опираемся на экспертное мнение. Да, это очень деликатная тема. Вообще ученые и многие ученые, большинство, наверное, обладают тайным желанием стать придворными. А раз, и многие ученые, большинство, наверное, обладает, ну, специфической волей к власти. Они хотят, чтобы их идеи были приняты и господствовали. Вообще-то ученые — это те, кто... Это операторы картины мира. Я сейчас... Мы можем сказать, здесь, что... Как есть знание, эксперты. Знание по Фуко, ты вот в этом смысле, ну, говоришь. Ну, понише. Есть эксперты. Понише. Есть эксперты, конечно, которые говорят о том, как добиться целей определенных в узкоспециализированной сфере за счет того, что эта сфера познана, проанализирована, мы законы ее знаем и знаем, как на нее воздействовать. Это экспертное знание. Это узкоэкспертное знание, которое, в общем, продается, оно прагматично, оно инструментально, и оно нейтрально в том смысле, оно может использоваться и силами зла. То есть мы там можем построить и газовую камеру, мы можем построить и олимпийский огонь. Ну да. В общем, эксперты, они просто хотят, они фактически часть механизма власти, не более того. За исключением тех моментов, когда они коротких, когда они, так сказать, расшатывают лодку. Вот, но потом они снова там. А есть, видимо, такой тип ученых, группы, которые, в общем, амбиции которых гораздо выше. Это те, которые ответственны за картину мира. И которые, так сказать, власть которых гораздо выше, чем экспертов, она сравнима с властью, ну, политической или экономической элиты. Это наследники власти церкви, угу. Когда-то, которая, в общем, на равных конкурировала с королями, да. Папы с королями. Вот. И... Это операторы картины мира, ими движет, в общем, воля к власти. Для них очень важно, чтобы их картина была принята всеми, чтобы на их языке говорили. Они задают язык, они задают как бы структуру видения и тем самым запирают людей в некоторый мир, через, или в некоторые, что ли, ну, призмы, через которую видится этот мир, поскольку просто мир мы видеть не можем. Мы это его кто? Через... Это философы, социологи? Да, это философы. Есть, ну, это философы, это... Теоретики политики. Есть вот public intellectual, да, угу. Такие вот публичные интеллектуалы, которые не эксперты, но которые, так сказать, готовы поставить диагноз времени или поставить mm-hmm. диагноз обществу, которые, если они последовательные, они не стремятся, наверное, к сотрудничеству с властью, но, в принципе, соблазн стать придворным ученым всегда есть, как вот быть придворным художником или музыкантом гораздо комфортнее, чем, может быть, раньше было, да, чем играть для какой-то более широкой аудитории. Но это как до того, как рынок, так сказать, культурной продукции возник. Ну, придворные ты имеешь в виду это первого типа, которые, так сказать, вот как раз эксперты, которые производят экспертное мнение. Ну почему? Вот есть, наверное, придворные, есть все-таки придворные. Сейчас, значит, здесь не обойтись без слова легитимация, конечно. Но легитимация вещь такая, что она тем эффективнее, чем она тоньше и чем больше она основана на, так сказать, иллюзии, что ли, независимости ученого от власти. Mm-hmm. Вот. И как бы авторитет независимого ученого дает возможность, так сказать,
дает возможность гораздо более эффективной легитимации. И в этом смысле, но ученый тоже понимает, он не дурак, он тоже понимает, что он делает, да, и он может играть в некоторую игру, усиливая свои позиции тем, что он, с одной стороны, независимый, а с другой стороны, тонко подыгрывает власти. Очень многие интеллектуалы в такую игру играют. Вообще их функция в действительности, это, конечно, одна из важнейших функций. Мы, вот экспертное сообщество, мы не берем, там, может быть, проще все, они все-таки больше технократичные. А технологические, вот... да. Я вот, например, ненавижу, когда меня называют экспертом. Там звонят откуда-нибудь, так, среди ночи могут позвонить, там такое-то радио, такое-то газета, вот вам как эксперту вопрос. Да, я знаю. Я не эксперт. Меня вот называют политологом, социологом, экономистом называют, потому что у меня первое образование экономическое. Вот, а я эклектик. Угу. А, вот, ну, меня тоже иногда передергивает. Ну, как, между дисциплинами такой общий гуманитарный оператор? Ну, просто я... Мне кажется, что вот... Эклектику можно превратить в здоровый междисциплинарный синтез, если ты не уважаешь границы, если ты, в общем, совершенно спокойно можешь не в смысле слепить из разных кусочков лоскутное какое-то одеяло теории, это будет выглядеть пошло, и есть такие, но ты просто можешь, так сказать... Ну, может быть, черпать вдохновение или способы видения, взятые, так сказать, из парадигмы одной науки, применять к другой науке. Сейчас у нас кризис науки и дисциплинарной матрицы, идет постоянное брожение, да, вот появляются всякие экономические социологии, социоэкономики, социальные психологии. Ну, очень... Это как раз вразрез с тем, о чем 100 лет назад говорил Вебер, потому что он тогда как раз сказал, что вот новая наука – это специализация. Вот, а сейчас наступает деспециализация. Ну, может быть, это болезнь гуманитарных наук, поскольку вообще вот есть еще идеал, который мне очень нравится, это идеал джентльмена эпохи Возрождения, когда, значит, который противник специализации. Он был еще воспринят потом в Англии, то есть... Быть, вот, так сказать, очень серьезным специалистом в одной области только и показывать эту свою серьезность, это как-то вот, может быть, не слишком старомодно. Поощряется старомодно, да. То есть поощряется, наоборот, разносторонность и знания очень многих дисциплин. Ну, тогда можно было быть инженером, врачом, художником и архитектором, вот, но... Ты мне можешь возразить, что, ну, тогда просто уровень инжиниринга, уровень архитектуры, может быть, был таков, что там объем специализированных знаний позволял совмещать эти знания с другими знаниями, которые тоже, в общем, были не такие объемные. И там 5-7 лет учиться медицине не нужно было, чтобы стать врачом, потому что, да, такие методы лечения, в общем, да, они могли были позволить довольно себе. Простые. И врачом мог назваться любой философ, там, а кого и как он вылечит, это вопрос. Но идеал такой очень симпатичный. И главное, человек не показывает, что он, так сказать, очень важен и что-то достигнуть должен быть делать все с легкостью такой, как будто... Но для этого нужен очень сильный базовый фон, я думаю, гуманитарный и такой. Вот я думаю, очень интересно в этом отношении те слушатели сейчас, которые летом... Ну, уже большинство, наверное, сделали выбор, да, куда будут их дети поступать. Может быть, сами абитуриенты нас слушают. Но вот я тоже думаю, да, юношей, обдумывающим житье, что вот при выборе жизненной траектории не нужно закладываться на какую-то одну специализацию, на какую-то одну профессию. Но нужно обязательно хотя бы одну освоить очень хорошо. Поставить мозг, поставить навык, но потом не дать ей господствовать над твоим жизненным путем. Потому что если ты будешь там, я не знаю, вот там специалистом по Франсуа Рабле или, я не знаю, по каким-нибудь там рукописям такого-то века и все время вот останешься вот в этой узкой колее, на самом деле это тоже тебя не приведет к успеху. В какой-то момент ты должен, ну вот, ты должен поставить какой-то очень важный навык, сделаться как бы профессионалом. Вот. А профессионал – это человек с
ну, с дипломом и с теми профессиональными знаниями, утвержденными профессиональным сообществом, и которые специализированы, да, недоступны профанам. Но при этом в какой-то момент ты должен цинично изменить... В смысле измены, ну, да? Да, изменить вот это. Самому своей профессии, там, профессии, своей специализации. Выдернуть себя за волосы, сделать шаг в сторону и не давать этой профессии мыслить с помощью тебя, овладеть ограничивать. Тобой. Ну да, но для этого-то как раз, вот это я хотел продолжить свою мысль, и нужно очень широкое фоновое знание, которое человек должен набрать там в возрасте 18, 19, там, 20, 25 лет. То есть какая-то либо гуманитарная, либо техническая база, чтобы, выйдя в широкое поле, ты мог постоянно менять себя, да, быть таким воином на все руки. Ну, это поле нужно как-то заложить. Да, но тут есть другая крайность. У нас сейчас такой есть, у нас век, так сказать, снэк калча. Да. Когда ты хочешь все откусить, попробовать по чуть-чуть, и тебе кажется, что ты познал. В анекдоте, вот, да, что не съем, типа надкусаю, да. И получится, да, что человек скачет, что называется, по верхам. Вот, но... А надо делать какой-то... А вообще, Вадим, возможно ли сейчас, вот мы подбираемся к тому уже в заключении, то, что ты упомянул в первой части нашего эфира, кризис науки, невозможность науки. А возможно ли вообще сейчас в эпоху позднего или постмодерна цельное знание, вот скажем, создание больших цельных концепций, как та же социология, да, твоя, я не знаю, Вебер, Зиммель, Маркс, да? Возможно ли, скажем, нечто подобное с теорией Маркса сейчас? Ну, я бы очень хотел, чтобы было возможно. На самом деле, теория Маркса, ну вот она уже принадлежит прошлому. А метод, всесильно, потому что верно. А метод не принадлежит прошлому, а метод – это метод критического анализа. И если он окажется как бы в руках, то есть в голове у очень... талантливого, сильного, мотивированного ученого, то этот метод, да, критического социального анализа, критики идеологии, теории превращенных форм, он может, на самом деле, дать очень интересные результаты. Это не будет марксизм, да, но вот критический метод, он, его никто не отменял, а там мои любимые, там, Маркс, Ницше... Это критические мыслители, которые просто ничего не принимали на веру и считали, что как бы вот у нас мир состоит, не, ну, как бы мир состоит из структур, которые, во-первых, невидимы, а во-вторых, они еще и маскируются под что-то другое. Но социология в этом смысле вообще по определению тогда критическое мышление? Социология – критическое мышление. Хотя мне могут сказать, что ну, есть такая количественная социология, которая основана на наблюдениях, а не на критическом подходе, на накопленных наблюдениях, трансформированных в определенные способы представления данных и анализ данных. Но она мертва без, так сказать, некоторой изначальной идеи, которая должна быть критическая, да. А что ты имеешь в виду тогда под кризисом науки, под невозможностью науки? То самое вот это, все-таки невозможность цельного знания? Тут мне придется порассуждать с разных сторон, прежде чем, может быть, я что-нибудь внятное смогу сказать. У нас 2 минуты. То есть, с одной стороны, была... Черт, мы не поговорили. Была советская наука, которая была роскошью, поскольку это, так сказать, такая затрата времени. Сейчас просто... Ну, в рыночном обществе наука невозможна. Вот я хочу что сказать. В рыночном обществе там насколько... Там настолько... Обречена быть прикладной? Силен, да. Идеал целесообразности, генерирования добавленной стоимости, added value и полезности, что даже если она найдет своего писателя, она не найдет своего читателя, потому что человек просто не будет тратить время на то, чтобы прочитать 3 тома «Капитала». Ну, если они написаны. Я, кстати, знаю, вот сейчас есть там, как эти Big Marxist Revival, там, пишется, там есть фундаментальные как бы, вещи новые в теории капитала. Вот. Но у них нет читателя, за исключением очень узкого круга. И потом вот ты входишь в книжный магазин, да, ну, в какой-нибудь там Borders, да, да. Вот, западный, и ты идешь в секцию гуманитарных наук, и все. У тебя ступор, потому что ты видишь такое обилие книг по там 300
400 страниц, которые печатаются, все, она... Почему-то ученый потерял своего читателя, мне кажется. Он уже не господствует. В этом смысле он не господствует над мировоззрением. Я про социальные науки, гуманитарные науки. Только экономисты еще как бы позиции держат, поскольку они слишком близки... функции рыночного общества, да, потому они что они говорят о понятных... Слишком близки к воспроизводству рыночного общества, да. И поэтому они, так сказать, одной ногой в полном утилитаризме стоят, а как бы второй ногой за его пределами, пытаясь сказать что-то общезначимое. Последний вопрос, тот самый о Марксе, опять говоря, 11 или, по-моему, или 13 тезис о Фейербахе, да, что философы все хотели, стремились объяснить мир, а теперь их задача изменить его. Ты себя к какому относишь, типу объяснение или изменение мира? Ну, вот судя по тому, что я делал последние 5 лет, и я совершенно сознательно отказался, ну, это имеется в виду здесь сейчас, в нашей стране, то есть хватит уже объяснять, сейчас надо, конечно, нам всем этот мир менять. И вот тот ресурс интеллектуальный, который у нас есть, организационный, внутренняя энергия, только туда. Ну что ж, Вадим а Волков... А потом уже объясним, что изменили. Что изменили, да-да-да, потом он с ангажем. А потом вам всего объясним, да. Сначала вяжемся, потом посмотрим. Ну что ж, Вадим Волков, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Института проблем правоприменения, ученый, социолог, который не только хочет объяснить мир, но и изменить его. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.